это в процентах сколько? А в процентах как это может быть? То есть есть понятие грузки. Ну, понятие, вот в месяц дом должен платить 100 рублей, да? Вот из этих 100 рублей сколько не платит? Мы предполагаем, что дом первый вот до марта месяца будет платить 50%, 60%, не более. Первый, а дальше? Вот ваши деньги кончились, да? Вот ваши 5-10 миллионов кончились дальше. Не, разговор не про мои деньги, 5-10 миллионов, вы не поняли. Управляющая компания живет на деньги жильцов. Правильно. Мы предположили, что в начале пути платежи будут низкие. И мы делали расчет без расчета. Я не об этом, я о том, что управляющая компания должна рассчитываться с подрядными организациями и поставщиками услуг, правильно? Когда доля просрочки превышает необходимую сумму расчета, у вас возникают проблемы, правильно, с поставщиками? Вот у меня опасение, то, что ваши деньги закончатся, и вы долю просрочки не посчитали. Вот есть представитель Пик Комфорта? Есть? А какая доля просрочки по нашему дому? 10%? Какой же 10%, если подрядчики 2-3 месяца задерживают? О чем вы говорите? Он же не про то говорит. Я имею в виду, жильцы сколько должны? Сколько вот в доходной части просроченных платежей жильцов? Будьте любезны, а при